Вес такой байдарки более 10 килограммов, однако тяжелая она может показаться только новичку, но не профессионалу. Гребцы говорят, на такие вещи уже не обращают внимания. Эта лодка, раскрашенная под хохлому, в прошлом принадлежала призерке чемпионатов мира Наталье Проскуриной. Теперь водную гладь на ней рассекает ярославец Никита Бызов. В прошлом году парень выиграл все чемпионаты сезона. Главное в этом спорте, конечно, выносливость. Надо почаще ходить на тренировки. То есть не пропускать, быть целенаправленным, упертым. Перед стартами участники тщательно проверяют лодки и весла. Все неисправности тут же устраняются на месте. Руль ремонтируем. На воду вышел и почувствовал, что заруливает лодка. Постараемся быстро сделать, а так по-разному бывает. Всего на старт областного первенства вышло несколько десятков спортсменов. Кто-то даже приехал на соревнования из других регионов. Но основная масса все же ярославские ребята. Виктор Царев в свое время 7 раз выиграл всесоюзный чемпионат, 2 раза становился чемпионом мира и 1 раз Европы. Говорит, не перевелись гребцы на ярославской земле и сегодня. Вот только условий для развития маловато. Талантливые люди есть везде. Только надо их раскрыть. Наши тренера работают. Мы почти каждый год поставляем. У нас условия есть неважные в Ярославле. В Питер поставляем, в Москву. Предлагали нам в Казань кого-то отдать. Может быть, кто-то из участников нынешнего областного первенства в будущем взойдет на пьедестал крупных международных соревнований. Владимир Летуновский, Георгий Колчин и Георгий Иванов. День в событиях.